Всем привет! Пришла мне вот такая маленькая посылка, вскрытая. Ну, бывает такая фигня, когда мои посылки отдают кому-то и вскрывают, но бывает и другое. Сегодня мы проверим, то ли здесь пришло. Сразу скажу, что вот тут квадрокоптер у меня стоит, якобы запчасти на него. Я заказал очень много комплектов моторов, потому что посмотрел, что это расходники, ребят, для подобных игрушек дешевых. Так, ну что тут пришло? Да, тут полный комплект, полный фарш. Вот так вот выглядят моторы прямой полярности и обратной полярности. То есть крутится в одну сторону и во вторую. Это ремкомплект под него. Очень дешевый. Тут даже и шестеренки вот есть. Ну, самое главное, моторчики. Моторчиков я взял много, еще мне идут. Они отличаются, видим, по проводам. Я очень долго выбирал. Сначала думал, не то купил. Там хитро пишут, тоже продают два мотора. Один прямой, другой обратной полярности. Ты уже не знаешь, что, как, куда, зачем, почему. Так. Ну, я так понимаю, чтобы его поменять, во-первых, надо узнать, какой мотор здесь сдох. Вспомнить все. Так, включаем аппаратуру. О, вот эта вообще штука у меня отломалась. Тоже заказал. Заказал еще полный комплект. И это все дело тоже идет. Ну, потом можно, в принципе, это все приклеить. Но защита тут, честно говоря, нужна только при первых стартах. Ну и если где-то летать в большой траве. Но в основном моторы тут стоят колом, поэтому ничего серьезного тут произойти не может с ними. Ну хотя, всякое бывает. Да, вот они. Три работают. Видимо, один не работает. Очень быстро садится. В общем, нам надо добраться до этого дела. Самое классное, я скажу, что он очень легкий. Но это фигня, то, что он легкий. А то, что у него есть стабилизация. То есть, потом я покажу, буду тестово летать на улице. В общем, у него есть стабилизация, которая настраивается. Она включается, если я не ошибаюсь... Вот она. Нажимаем вот эту кнопочку и вот этот джойстик уводим в эту сторону. Видим, выключилось. Включилось. И ничего вам не надо настраивать. Ставите, главное, на горизонтальную поверхность. Он нормально взлетает ровно. Висит в воздухе. То есть может делать флипы всякие, перевороты. То есть, ну, вообще прикольно. То есть так. Какой? Уже вот этот. Так, ладно, ну что, сейчас я разбираю это дело и, ну, соответственно, разобранным продолжим. Итак, ребят, я лентяй. Как бы я раскрутил только 5 шурупчиков маленьких. Тут нужна отвертка часовая. У меня отвертка обычная, самая обычная, обычно некуда. И нужно снять лопасть. И вот у нас с вами весь механизм. Так, тут идет провода красно-синие, это нам нужны, соответственно, моторчики с красно-синими проводами. Остальные у нас идут в запас. То есть теперь мы знаем, какой у нас мотор сгорел. Так. Пластик здесь очень мягкий, поэтому я могу, по идее же, вытащить это в бок. Он там в что-то упирается. Ага, вот здесь вот стопор небольшой. Так, а вообще, что я парюсь-то? Надо просто вытащить мотор, выдавить его. Вот он вылазит. Выдавим его с этой стороны. По шестеренке давим. И он у нас выходит. Вот у нас моторчик. Опять же, я человек ленивый. Я все прекрасно понимаю. Так мотор как сгорел, так,
То есть он как бы нафиг не нужен. Кстати, можно поиздеваться над ним. А ну давайте сразу поставим нормальный мотор. Так, все, он встал, все нормально крутится здесь, шестерни у нас. Так, все, направляю еще, чтобы сильно не травмировать механизм. Вот так вот пусть стоит. Ну и теперь давайте включим это дело и убедимся, что у нас этот мотор не крутится. Так, включаем аппаратуру. Да, мотор вообще не шевелится. Кстати, как я узнал, что он вышел из строя, ребята, он просто раскалялся очень сильно. То есть он был очень горячим поначалу и очень быстро у нас садился. Садился. Вот моторчик мы откусили, нафиг он теперь нам не нужен. Так, следующее, это мы зачищаем наши проводочки. Кстати, тут хорошие проводки, хоть и маленькие стоят, довольно-таки качественные. Так, соответственно, красненький с красненьким, синенький с синеньким. Побольше снимем. Запаивать тоже смысла особо в этом не вижу. Зато, ребят, ну вот даже вот такой манер, да, сборки. Сейчас хотя бы изолентой я потом зафиксирую. То есть поможет вам в полевых условиях быстро поменять электромотор. То есть не надо полностью курочить сидеть. Вам нужна всего лишь отвертка, комплект механизмов, то есть максимум вот такой механизм. И все это дело поставить. Так, ну потом можно, если что, провода даже впихнуть обратно. Пока я не буду. Так, где тут у меня винтик, который здесь стоял? Походу вот этот вот. Ага. Очень похож. Ну давай. Отверточка магнитная. Ну, в принципе, винтики не потерять. И момент истины. Живой ли у нас... Я тут, кстати, снял ногу. Думал, буду разбирать полностью. Давайте поставлю, чтобы он ровненько у нас стоял. Включаем аппаратуру. Включаем. Все, он сразу определился. Как видим, все моторчики крутятся. Так, теперь мы что делаем? Изолируем и прячем в корпус. И все. Так, изолировать. Хороший вопрос. В качестве изоляции я буду использовать вот такие вот термоусадочные трубочки, которые были куплены на Алиэкспрессе, наверное, больше года назад. Так, одной трубочки достаточно. Кстати, ну да, вот мы комплекты подобрали. Отвертка, трубочки, зажигалка и набор моторчиков. Так, проверил, работает. Одеваем трубочку. Так, закручиваем проводок. Проводок я вот таким вот нахлестом беру, ставлю. И потом начинаю оборачивать друг об друга. Сначала одну закручиваю, потом вторую закручиваю. Такое соединение получается самое надежное в плане передачи токов и напряжения. Ну и, соответственно, если что, можно всегда поднапрячься и это дело просто отсюда оторвать. Так, вот первая проводулька у нас готов. По идее, можно больше и не ставить. Ну, я надеюсь, что это дело проработает не неделю, а больше. Хотя бы с новыми моторчиками. Так, снялись проводки. Сильно уж зачистил. Кстати, ребята, не рекомендую это все дело зубами. Потому что зубы сейчас очень дороги. Так,
убираем нахлест и проворачиваем. Несмотря на то, что они такие маленькие, все можно отлично сделать. Все закрепляем, после чего нам нужно просто это все дело продеть вовнутрь, спрятать, так сказать, наше творчество где-то глубоко в недрах этого квадрика. Ничего сложного здесь нету. Тоже сразу скажу, что дешевле купить подобный набор. Вот мне квадрик этот обошелся в 2 с копейками. И вот этот наборчик мне обошелся что-то в рублей, наверное, 300 или 400. То есть 4 мотора. Я там купил, да подешевле даже где-то наборчик. Но там меньше моторчиков, там всего 2 моторчика идет. Даже аккумулятор я купил. В общем, я сам от себя в шоке, что я купил подобное. Но плюсы у этого громадные, ребят. Я раньше просто мечтал купить вертолет. Я купил вертолет, и у меня они в роликах как-то мелькали. Сначала один, потом я его... В итоге сын у меня доломал, я его разбомбил, и у меня он мертвым грузом где-то валяется. А, ну, то есть запчасти я выкинул. А моторчики, кстати, там такие же стояли. Да, я же сейчас только вспомнил. Я поэтому моторчики-то не выкидывал. Только куда их положил, это вопрос. Ну, суть такая. Там 2 винта, гироскоп. И это дело, как я не бился, ребят. Не знаю, как получается на видеороликах у других, я его не откалибровать, ничего не мог. Пока я его откалибровываю, короче, он садится. И то есть, сам вот это вот, знаете, самое приятное от этого как-то улетучивается просто. И оно становится как бы больше на негативе. Так, закрутили. Я остался последний. И, наверное, сейчас я выйду на улицу. Правда, темно, но, в принципе, вы что-нибудь да увидите. Ну, плюс то, что этот можно отремонтировать. Этот можно повесить реально в воздухе, чтобы он висел. В то время как вертолеты, блин, это вообще ненадолго. Дохнут очень быстро аккумуляторы. Здесь они литиевые. Там в основном у меня были... никель-кадмиевым. И вот из-за этого как бы проблема. Ну, пусть будет вот такая у нас тарелка с всего 2. В общем, пойдем на улицу, попробуем запустить. Так, на улице у нас светло. Ну, вот так вот ночью светится. Так, как-нибудь пониже его. Самое главное найти у него перед. Да. Копался где-то в песке. А он сел. Вот из-за этого он криво и летал. Но то, что он уже работает, меня радует. Работает и ладно. На этом все. Всем удачи. Всем пока.